Жим узким хватом с бодибаром. Исходное положение руки перед собой. Ширина хвата подбирается по ширине корпуса. Мы начинаем со сгибания рук в локтевом суставе. Бодибар движется к низу. Отпускаем на нижнюю часть грудных мышц. Выпрямляем руки не полностью. Сохраняем небольшой изгиб в локтевом суставе. Выпрямляем выдох. Отпускаем под нижнюю часть грудных мышц. Выпрямляем выдох. Отпускаем. Выпрямляем. Упражнение в первую очередь нацелено на мышцы трицепса, треуглавые мышцы плеча. Также здесь нам помогают грудные мышцы и передняя дельта. Выдох достаточно.